В Приморской площади Флотской столицы стартовал автопробег «Никто не забыт, ничто не забыто» по маршруту Североморск-Брест. Протяженность автопробега 2800 километров. Он пройдет через Санкт-Петербург, Псков, Смоленск и Минск. В экспедиции принимает участие 16 автомобильных экипажей, представителей территориальной организации профсоюза Северного флота, которые представляют Мурманск, Североморск и Полярный. По пути путешественники будут возлагать венки у подножия мемориалов боевой славы. Североморские экипажи передадут гильзу с землей с мест обороны Заполярья в мемориальный комплекс «Брестская крепость».